Приветствую всех комрадов. Приехали сегодня в такое живописное старое местечко покопать. Фундамент находится среди леса. Как видите, мы глубоко в лесу находимся. Начали раскапывать фундамент и уже пошли находки, которые решил отснять. И смотрите, уже у нас 7 монет. Из них пару царей и ранние советы. 2 по полкопейки. Копеечки ранние советы. Копейка Николая. Короче, ребята, находки идут. Пошел кирпич, пошли камни. Вот фундаментный камень угловой. Кирпичики, горшочки. Короче, перемес, как мы любим. Сейчас начинаем уже углубляться. Первый слой сняли. Начинаем углубляться. И надеемся, что находки будут. И вот, только я отснял начало видео, и у Сереги выпадает еще одна монетка. Николая второго формата, последнего чекана. Ну да, немножко подкисшая, но я думаю, дома отмоется и будет монетка огонь. Это уже 8-я. Ну это радует, радует. Сереге выпадает очередная монетка. Ну давай, Серега, доставай. Распаковываем. Ага. Похоже, медь. Ага, медь, одна копейка. В хорошем состоянии. Да, это уже с песочка пошла, с глубины. Красота. Сейчас копеечка формата последнего чекана Николая II. А, 2 копейки, 1902 год. И сохранчик такой бодренький. Ищем дальше. Идут монетки, идут. Еще сигнальчик. На симплексе 92. Но это медь, похоже. Сейчас посмотрим в прямом эфире, что там может быть. Вот оно. Вот оно. Выпало? Да. Ага. Сейчас я возьму. Тоже, похоже, 2 копейки. Да, 2 копейки. Блин, не фокусируется. Угу. 2 копеечки. Ну, тут немножко сохранчик похуже, но думаю, отмоется. Год пока. А, 1906. Год хорошо читается. Ну, приятно, вторая монетка сразу выскакивает. Еще один сигнальчик, ребята. И выпадает монетосик. Я сказал, что серебро, пацаны пуговица. Говорили медь. А выпала пуговица? Еще и выпала. Ага, пуговка. А еще, ребята, смотрите, какая находочка. Выпал вот такой вот бубенчик целенький, номер 3. Надпись еще не читали, но вот это вот зачетище. Очень порадовала нас эта находка. Ищем дальше. Ха, находки есть. Вот углубляемся, углубляемся. Прибыло на наш фундамент подкрепление. Копаем впятером. Так вот уже заглубились. Монетки идут. Потом попозже все отснимем. Повыпадало много двунделей николаевских. Монета. Ранние вот, советы образов. Идут. И он, Серега, что-то нашел образов. Интересное. Сейчас подойдем, посмотрим. Какой-то образок. Сушка, бля. О, что-то красивое. Сейчас посмотрим. Да вы тут что? Да пусть звенит все. Держи, не дергай это. Вот такая вот находочка. Сейчас почистим и отснимем. Образок помыли, но особо ничего не видно. И выпадает вот такой вот крестик. Штамповочка, но царских времен. Вот медные монетки. Там вот ранние советы. Колокольчик. Бутыльки выскакивают.
уже пошли бутылки, стекло, железо, которое не откинули в сторону. Вот разбитый бутылек. Короче, находки идут. Находки идут. Ищем, ищем, ищем. Время у нас еще достаточно. Поэтому, я думаю, находки еще будут. Коп копом, но кофеек по распорядку. Приобрели вот такой новый таганок, и не один. И теперь решили заварить кофе молотый и попить. Вот так вот работает наш таганочек. Ребята там нашли пуговку «Орел на пушках». И выпадает вот такая вот, ребята, пуговка «Орел на пушках». Пока я варю кофе, пацаны копают монетки и пуговки без меня. А за кадром кофеек. Да, монетка. Монетка отличная. И сохранчик хороший. Красота. Ну вот, ребята, наш итог шурфа за целый день. Конечно, все находки мы не снимали, вам не показывали. Потому что шурфить и снимать — это довольно сложное занятие. Это не просто ходить по полю. Но вот наши находки, которые мы хотим вам показать. В принципе, мы довольны. Пошурфили неплохо, находок немало. И крестики, и монетки, и бубенчик. Короче, все, что только хочется. На этом видео будем заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. До свидания.